Андрію, ти вже не вперше береш участь у «Голосі», але минулого разу ти не прийшов до фіналу, та це не зупинило тебе, а навпаки дало поштовх продовжувати свій шлях до слави. Да, после этого я начал еще больше участвовать в других шоу, в других конкурсах, начал побеждать, получать новый опыт, новых друзей, много знакомств. И после первого сезона я как-то начал больше уверенно чувствовать себя на сцене, потому что это дало мне очень много опыта и вообще принесло много чего хорошего. И я решил снова прийти на проект в третий сезон и показать все свои силы. И пришел побеждать. Чи очікував ти, що до тебе повернуться всі тренери «Голосу»? Мабуть, не вперше чуєш це питання, але чому обрав саме Монатіка з-поміж усіх? Як підтримує тебе тренер? Я, если честно, я ожидал, но я, ну, как бы, я не знал, что все повернутся, но я верил в это, я ожидал. И ко мне повернулись все, и я вообще растерялся, и мне как-то сердце подсказало, что надо идти к Монатіку, потому что я очень увлекаюсь его творчеством, слушаю его музыку, он вправду очень талантливый и очень хороший человек. Благодаря Монатіку я начал танцевать, не только просто стоять и петь на сцене, он показал, как можно двигаться на сцене, как быть интереснее чуть-чуть другим зрителям, и вообще он очень хороший человек. Он дает много хороших советов. Он выбирает очень крутые песни на другие туры. Он вообще суперовый. Он пригласил также выступить на своем концерте в Киеве. Это был финальный тур. Тур его альбома «Звучит». Мы со всеми голосятами из, ну, монатиками из команды спели песню «Можешь уже досыть». Было очень много человек, которые пришли его послушать. Он заряжает просто море эмоциями, и я его вообще... Я его очень сильно люблю, он вообще очень крутой. І ось та хвилююча мить перемоги над сильними, без сумніву, конкурентами. І ти вже в прямих ефірах. Що відчував в ту мить? Я, если честно, очень сильно заболел. Я даже лежал в больнице, у меня было воспаление легких. И я тогда еле спел, но я вот мне поставили задачу, я должен выйти и не сдаваться, и идти вот до точки, до конца. Я должен донести песню зрителю, это моя задача, и я должен ее выполнить. Я молился очень много перед выступлением, но, слава богу, все прошло отлично, я прошел финал, это большое достижение. Тобто, незважаючи на хворобу, ти зумів вийти на сцену? Да, я, когда выходил на сцену, я делал упражнения, чтобы не было мокрот в голосе, потому что я очень сильно хрипел под конец песни, потому что связки устали из-за болезни. И я очень сильно молился, но все равно не плакал, ничего не было, была улыбка, и все равно я был должен доказать всем зрителям, что я должен победить і, не знаю, ну, доказав. Андрію, у великих пісенних конкурсах, де конкурують дорослі, не завжди є місце дружбі. А як між дітьми? Чи є у тебе друзі на проєкті? Да, якщо чесно, називають всі самою дружною командою команду Монатіка. Мы все так сдружились, только как выбирали, мы начали вот так все по троицам сходиться. Привет, там, меня зовут Андрей, привет, меня зовут Аня. Много знакомых было в команде Монатіка. Это Аня Воронова, она мне как сестра, это моя лучшая подружка, я с ней был в батлах, но, к сожалению, она же не прошла. Дальше был Тимоти Санников, я уже с ним дружу тоже 3 года где-то или 2. Мы вместе участвовали когда-то в других конкурсах. Больше так я никого почти там не знаю, но мы все так сдружились, мы иногда собираемся все вместе, все съезжаются с разных стран, с разных городов, и мы идем там куда-то в кафе, чтобы посидеть, пойти в кино, и вообще мы самая дружная команда. Ну, я считаю самым лучшим другом и самую лучшую подругу на проекте это Эрик Макартычан, и также он был моим самым...
самым большим конкурентом. Он очень сильный, но, к сожалению, он не прошел в полуфинале. Я ожидал, что он именно пройдет, не знаю почему. Я за него молился, потому что, ну, он мой хороший очень друг, и он очень круто поет. И также моя лучшая подружка на проекте — это Аня Воронова. Але все ж таки, кого ти вважаєш своїм найбільшим конкурентом уже в фіналі? В фіналі це Еліна, Еліна із, зараз, із команди Тіни Кароль. Вона дуже сильна, вона, несмотря на те, що вона сирота, вона так поє, просто взагалі, вона дуже хороший чоловік. Я на протяженні проєкту взагалі з нею не дружив, і тут... В финале, когда уже все вышли, мы все так познакомились, мы так с ней сдружились, что вообще она... Я ее, ну, как бы она конкурент, но я ее не считаю конкурентом. Я буду даже рад, если она победит, потому что она достойна победы, и она очень сильная. Підготовка до прямих ефірів потребує хорошої вокальної підготовки. Де ти тренуєшся і хто тобі допомагає? Я занимаюсь со своим любимым учителем, ее зовут Ирма Ривазовна Гвиняшвили, и она из Грузии, но она уже живет тут, и я с ней занимаюсь сейчас. Мы тренируемся над песнями, которые я буду петь в финале, это еще сюрприз пока, и также мы готовим сюрприз с Монатиком, с Димой. Ну, наша команда, вот Влад, Фенечка, я и Дима, мы готовим такой сюрприз. Мы будем не только петь, а также и танцевать. И сейчас много репетиций, много постановок. Будет балет. Будет очень круто. Ну и, звісно, що ти хочеш сказати людям, які тебе підтримують, і своїм землякам-вишнівчанам, які вболівають за тебе і вірять в твою перемогу. Ну і, звісно ж, будуть голосувати за тебе. Всем-всем-всем, кто начинает свой путь, свое творчество, я желаю никогда не сдаваться, идти вперед. И если тебе поставили задачу, если ты начал какое-то дело, надо всегда идти вперед и не сдаваться. Надо закончить это дело, а потом отдыхать и гулять. И всем спортсменам, всем артистам, вокалистам желаю всегда идти вперед и не сдаваться, и... Ніколи не залишати те, що ти зробив, і йти к своїй мечті. Бажаємо тобі, Андрію, здійснити свою мрію і стати юним голосом нашої країни. Спасибо большое, всім пока, голосуйте за мене.